Армия Ирака вошла в город Бейджи, который долгое время был под контролем террористов из ИГИЛ. Об успехах операции сообщили в Пентагоне. Рядом с городом находится стратегически важный объект, самый крупный в республике нефтеперерабатывающий завод. Несколько месяцев экстремисты сбывали запасы топлива на черном рынке и получали от продаж сотни тысяч долларов. Контроль над заводом, как заявили в военном командовании Ирака, следующая цель армии. Пока же говорить о полном освобождении Бейджи не торопятся.